Всем привет! Это Фнак 2. Наверное, будет на ютубе как-то по-другому, а не на весь контент, но извините. Эй, ты здесь? Оборожаться, ты потерял что-то там. Ты знаешь, что это значит? А, наверное, батарея? Нет, не батарейка. У тебя есть... Ты должен потратить 5 ночей в старой фабрике. 5. Что там еще? Боишься? А как у меня ножи режут? О! Вообще! Или это собака? Нет! Это что? Как он зацепил? Ну. Ты не ловаешь твои пути томаты? Скелет. Нет. Я хотела написать еще кое-что. Первая ночь. Что это такое? Ладно, я прям вообще не знаю, что тут вообще было. О боже мой. Боже, что мой. Ага. Ясно. О, боже мой. У тебя есть телефон, а? Ты можешь звонить. Блин, а? Серьезно? Фабрика, это как из первой части, да? Хорошо, давайте разбираться. Везде работает телефон? Везде. Давайте разбираться, значит. У меня нет энергии, да, фонарей? А, я могу делать бесконечно. Чё мы имеем? Мы имеем огромную карту. Мне почему-то кажется, что они только будут где-то здесь появляться. Хотя хрен их знает, поэтому лучше, чем всё. Ко мне есть уйма проходов. Боже мой. Здравствуй. Там тебе звонят. Молодец. Слышь? Пойди сюда позвони. Ты куда? Там звонят! Спасибо. Не могла бы ты пойти туда? Я слишком далеко. Сволочь. Хорошо, здесь, да? Пойди туда. Тебе что, так трудно? Тебе звонят. Где она теперь? Слушай, так это очень странно. Бля, какой геймплей. Тебе звонят, опять же, повторяю. Вот так вот, теперь давай сюда. Или она не слышит, слишком далеко ей. То есть, как вот сюда идти, так вообще идти. Опять здесь. Туда. Вали отсюда. Бесишь меня. Ой, телефон сломали. Все, иди туда. Давай. Тебе звонят. Опять ко мне. Нет, не ко мне. Эта игра прикольная. Слушай, давай сюда. Хочешь кричать ругаться? Где она? Пожалуйста,
хорошо. Звоним туда. Сейчас она появится здесь. Появится. Да что ты тут все это делаешь, слышь? Отстань. Тебе звонят. Слушай, ответь на звонок. Неприлично не отвечать людям, которые тебе звонят. Ну ты что тут здесь делаешь? Давай туда теперь. Я не знаю. Давай и сваливай наверх. Слушай, ты можешь вот сюда уйти? Серьезно? Нет, не, сюда. Ну это ж недалеко. Хорошо. Давай сюда. Блин, какая прикольная игра. Мне нравится. Она сломала мой телефон. Да как ты посмела? Как ты смеешь ломать мои телефоны? Я плачу за это все. Ой-ой-ой. Мне прям очень активно начали ломать телефоны. Я умнее тебя. Поняла меня? Тупая киса. Наконец-то! Боже, что мой. Неужели? Не прошло и года. Ты стала умнее! Вау, киса, просто... Ма. Не надо, мам. Не надо. Ну, как тебе? Сюда иди. Надо. Дверь мне запили, вышли. Молодец, все, вот так бы всегда. Нет. Так бы всегда, понимаешь? Я просто не понимаю, почему надо было бы так жестко тупить. Понятно, чтобы бить меня, да? Спасибо, киса, ты лучше. Ну сюда давай. Ну! Да ёпта, ну где же ты? Ну кисуля, ну твой... Не. Что происходит вообще? Пятя! Иди наверх! Ты куда ты шпрёшься, слышь? О, молодец! Все, иди теперь. Это похоже на ФНАФ 3. Прям полностью похоже на ФНАФ 3. Прям буквально взяли и скопировали. А все только один аниматроник или как? Ой. Нет. Она здесь, да? Кисочка, кисочка. Кисочка, не убивай меня. А, ты здесь, молодец. А, что это? Она заглушила мою мобилку. А все, победа. Не трудно. Что теперь? Отстань, Артем. Какой-то белый квадратик на черном фоне. Ходи. Давай, мартышка. Пойдем в дверь. Моя сцена. Не подходишь. Типа, не-не-не. А, ну да, мартышка это местный Фокси. Типа, не подходит. Говно. Мартышка говно. Смотрите, она даже грустная. О. А, сюда можно ходить. А! Это, я так понимаю, пиццерия из первой части. Ага, тут типа выход, но он типа закрыт. Хорошо. Это офис. Не, это кухня. А сейчас будет офис. А где офис? Где? Я запутался. Я надеюсь, меня сейчас не возьмет и никакой скримок не сделает. А, вот это. Офис. И ключ. Бери его. Но... Ладно. О, боже. А ну-ка, открой эту дверь. Это не дверь, это стена. Ага, мне нужно пойти в ту дверь. Здорово, Кенди. Это не настоящий Кенди. Я знаю. А, понятно, я застрял. Это окна вообще-то. А, окна, думаю, что?
Хорошо. У краника, кстати, тут весело, на самом деле. У меня даже колонки есть. А, нет, телевизор. Даже кофе есть. Я хочу смотреть всю пиццерию с первой части. Ну нет, там же есть двери с замочной скважиной. Это, да, это закрыто. Андрей, это сер... кухня. Ну это первая часть, да, я в курсе. Туда могу пойти? А там наверху еще пингвин должен быть. А где пингвин? Ты уже ходил там. Где пингвин? Пингвин где должен быть? А, видимо, нет пингвина. А здесь? Сюда-то я не ходил. Ходил ты чуть. Я не ходил направо. По-моему. Вот, да. А, зачем будет пингвин, да? Вот, такого надо заводить в оригинальной игре. Да? Угу. Я просто прошел первые две ночи и все. А пингвин где? Пингвин. К нему надо подходить и закручивать. Ну идите колотить себе за ногу, ну е-мое. Ладно, погнали, откроем секретную дверь. Как же думаете, что там будет? Я думаю, будет скримак. Я думаю, это пингвин. Или второй аниматроник какой-то. Или конец мини-игры. Вторая ночь. Вторая ночь. Это была только первая? Да. Я только скачала ее. Только запись пошла. Окей. Ко мне будут обращаться к телефону? Нет. Он по вентиляции. Слышишь звуки вентиляции? Икс какой-то. В какой? В задницу вентиляции. Вот! Сюда. Вот они. Свечи. А ну-ка, опусти еще раз. Опусти. Вот что это? О. Ко мне кто-то лезет. Сука, мы умрем. Подсвечивай. Икс нажми. Здорово. Привет. Икс нажми, что делает Икс? Здравствуй. Ко мне кто-то прилез. Что делает Икс? Что за херня происходит? Что Икс делает? Здрасте. Что? Ладно, давайте на этом закончим, поскольку мы хотим посмотреть все части игр. По одной ночи будет достаточно. Вот сейчас я всем пока, все, давайте подписывайтесь.